Расписание контрольных прокатов сборной команды России, взрослые. По фигурному катанию 2023-2024. 16 сентября, суббота. 14 часов танцы на льду ритм танец. 15 часов 20 минут женщины короткая программа. 16 часов пары короткая программа. 18 часов 35 минут мужчины короткая программа. 17 сентября, воскресенье. 14 часов танцы на льду произвольный танец. 15 часов 30 минут женщины произвольная программа. 17 часов 15 минут пары произвольная программа. 19 часов 5 минут мужчины произвольная программа. Прокаты в прямом эфире покажет сайт Первого канала. Ссылка на ролик с составами будет в описании к этому ролику.